Дата показа изменена по независящим от актеров причинам. Спектакль «Кыся», в котором играет известный актер, шоумен и ведущий Дмитрий Нагиев, с успехом проходит на театральных подмостках. И хотя впечатление он у публики оставляет, порой, противоречивое, большинство зрителей смотрят постановку с удовольствием. Однако, ко всеобщему разочарованию, показ в Московском дворце молодежи постановки Льва Рахлина, намеченный на 30 января, не состоится. Причина переноса спектакля на 26 февраля не зависит от артистов, занятых в «Кысе». Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал Дмитрий Нагиев. Артист подчеркнул, что все билеты, купленные на конец января, будут действительны и в феврале. Поклонники начали наперебой интересоваться, когда с этим спектаклем артист побывает в их городах. Только вот цены на билеты могли бы быть и пониже, ведь из-за этого, по мнению фанатов Нагиева, не все могут себе позволить посмотреть постановку.